есть такое право, вот, избираться до 70 лет, возраста имеется в виду, у судей и у председателей судов субъектов, возрастные ограничения 70 лет. Ну, поскольку мне остается, так уж чего греха таить, вот, мне остается 3 года до 70 лет, смысла баллотироваться на 6-летний срок, его просто нет. Вот, поэтому, ну, я принял решение, что я буду уходить в отставку достаточно. Я и так проработал 43 года, в общем-то, и 37 лет из них в областном суде. Поэтому, наверное, достаточно, надо уже другим людям работать. Это собственное мое решение, мне предлагали остаться, и в том числе председатель Верховного суда предлагал. Но вот я так принял такое решение. Наверное, надо, так скажем, уже менять.